Привет, друзья! С вами Сантей. Продолжаем мы рубиться в Готику 2 Возвращение 2.0 Альтернативный баланс. После выполнения квеста нападения на торговца и получения от Эрела рекомендательного письма, 51-й видос, ссылка сверху. Иду к Лютеро и беру у него первое задание гильдии торговцев. Заказ Бенгару. У меня письмо для тебя. Что за письмо? От торговца Ерола. Ты, кажется, должен знать его. Вот, держи. Очень интересно. В этом письме он очень хорошо отзывается о твоей персоне и ручается за тебя, как за надежного человека. И еще. Просит меня помочь тебе вступить в нашу гильдию торговцев. Да, очень смело с его стороны обратиться ко мне с такой просьбой. Необходимо отнести новый заказ на ферму Бенгара и забрать у него прошлую партию товара. Вот, возьми это письмо. Тут все написано. А Бенгар знает об этом? Да, он в курсе дела и будет ждать тебя. Что мне с ним делать, когда я заберу у него товар? Принести его тебе? Нет. Я этим не занимаюсь. Отнеси его торговцу Джори. Он позаботится обо всем остальном. Джори? Торговцу? Да. Ты найдешь его на торговой площади у восточных ворот. Когда выполнишь это поручение, возвращайся ко мне. У нас будет что с тобой обсудить. Иду на ферму к Бенгару, отдаю письмо, забираю заказ. Эй! Я принес письмо от Лютера на новый заказ. Самое время. Вот. Ну что же, думаю, это мне не составит проблем достать для него. Что-нибудь еще? Он также просил меня забрать прошлую партию товара. Ах, да, конечно. Я уже все подготовил. Вот, возьми этот пакет. И, пожалуйста, не потеряй его. Постараюсь. Будем надеяться. Если встретишь Лютера, передай ему, что новая партия будет готова недели через две. Телепортируюсь на рыночную площадь. Булавы и топор... Отдаю пакет торговцу Джори. Нет черепа, что не ломится моей палицей. Нет вкуса. У меня для тебя посылка от фермера Бенгара. Отлично. А то я ее уже заждался. Так, что у нас здесь? Совсем неплохо. И как раз то, что я и просил. Замечательно. Что мне теперь делать? Ступай к Лютеру. Он попросил меня передать тебе, что ему срочно нужно кое-что с тобой обсудить. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.